Меня зовут Бекджан Исаев, мне 32 года, работаю в гостиничной индустрии, член Бишкекского делового клуба, председатель общественного образовательного совета Госкомспорта, женат, воспитываем двух сыновей. Я не стремлюсь ни к каким регалиям, то есть или мне не нужно никакое кресло. У меня здесь есть свое кресло, намного удобнее, чем... Я просто не хочу оставаться в стороне и хочу внести свой вклад. Не потому, что мне не безразлично будущее нашей страны, нашего города. Во дворе, где я вырос, жил мой будущий тренер. Как-то однажды он меня предложил, пригласил просто прийти посмотреть в зал бокса. И вот так началась моя первая ступень. У нас очень много талантливых ребят, которые... Нужна поддержка, этой поддержки нету. Но сейчас наш главный тренер национальной сборной активно работает над этим, хочет что-то сделать, свой вклад. Вот я помогаю тоже непосредственно, ну, проведение каких-то крупных международных турниров. Вот мы сборную России встречали в прошлом году. А вы можете поручиться, что в вашей команде, в команде партии «За жизнь без барьеров» честные патриоты города, а не голословные? Да, я с уверенностью могу заявить об этом, что все члены нашей партии от первого до последнего некоррумпированные профессионалы своего дела, люди из разных сфер. Что нас объединяет, это идея. У нас у всех много разных мнений, но все мы, нас объединяет одна идея, это сделать как бы жизнь в Кыргызстане лучше.